не могли поверить, что это происходит. То есть сейчас у них есть, они открывают там и каналы, и выходят в YouTube, Facebook. Но этого недостаточно, поскольку это уже запоздалые такие меры. Это нужно было делать с самого начала. А что касается Кофи Аннана, то действительно президент сказал, что план не заключается только в остановке насилия. Должны перекрыть поставки оружия туда, должны вот эту вот оппозицию вооруженную угомонить хотя бы на время. И призывал он также и другие страны прекратить спонсировать. То есть даже вот военные нам рассказывали, если прекратятся поставки оружия и денег, то им хватит 2 дня, чтобы успокоить, угомонить всю ситуацию в стране. Но пока этого не происходит.